этом вагоне их трое. По-настоящему трое живых. Все остальные не в поле моего передатчика мышц. Я как агент Моссада. За ними слежу давно. В роли кондуктора как бы, но только всегда есть но. Первое но. Этот парень. Когда он заходит в вагон, падает девушка рядом, но об этом немного потом. Он, как всегда, удачно находит, куда ему сесть. И плевать, что вагон захвачен и тесным час пиком 6. Вот он садится и смотрит, куда его город несет. И люди вперемешку с током, и кто-то все это жует. Парень уже неделю ездит и смотрит в окно. Не знаю, что он там сделал, но что-то там ждет его. В нескольких дыханиях рядом сидит бородатый тип. Может быть, с первого взгляда это лишь нищий на вид. Но с каждым лучом заката в глазах его будто ток. И каждому здесь понятно, что это второй игрок. Третий, кто мне интересен, едет здесь дольше всех. Она спотыкается как бы, встречая одного из тех, но дольше смотря на движение ее подкосившихся ног. Я для себя понимаю, что здесь есть еще игрок. Вижу, что номер первый шепчет губами вслух, шлет с поцелуями строчку кому-то там наверху. Тот, что на вид словно нищий, вмиг перестал дышать. В этом вагоне нас тысячи, выходов ровно 5. Первый, что мы прибудем на станцию ровно в 2. Второй, что мы тоже прибудем, но будет убита она. Третий, мною любимый, кто-то поймает ее, может, сломает крылья, а может и ничего. Четвертый, хоть и не лучший, неплохо лишь для нее, расправит она свои крылья и улетит в окно. Пятый, на вид словно нищий, что перестал дышать, клещем и впился в дышло, весом 5 кг. Все игроки понимают этот нелепый сюжет, и рация вдруг отвечает, и это уже конец. 415-я база, ответьте. 415-й, почему не отвечаете, база, ответьте. Тот, кто шептал у окошка, якобы Господу вслух, был полицейский, просто игравший свою игру. Тот, что с клещом на пузе, тоже не из простых. Пахнет он смертью жуткой, всем им готовит взрыв. Девушка, что споткнулась, когда номер первый входил, просто раненый пулей, номер один, не один. Этот вагон штурмует наряд из специальных бойцов. А она лишь случайный прохожий по совместительству ловец снов. И она теперь пробита пулей, где-то в вагоне метро. И дома ее ждут люди, и очень уже давно. И тот, что в углу зажатый, видя весь этот сюжет, разрывает своего гада и тушит всем этим свет. Но дольше смотря на движение ее подкосившихся ног, я для себя понимаю, что здесь есть еще игрок. Тот, кто составляет движение, люди, перемешка, ток. Тот, кто все это жующий под свой какой-то шумок. Тот, кто сидит на лавке в городе с названием Стамбул и пишет все это в тетрадке под свой какой-то шум. Тот, кто пачкает руки чернилами и карандашом. Тот, кто ловит все звуки города и потом. Потом меняет финалы и решает, чтоб жили все. Автор и есть номер 5 в этой нелепой игре. Поезд приходит на станцию, время около 2. Такси, запах дыма и ржавчины, и кто-то стоит в углу. Вот и она появляется. Да, кто-то ее поймал. Вот и 4-й рождается. Вот этого автор не знал. Он под давлением города, шума и поездов, ошибся в своем подсчете придуманных игроков. В этом своем беспутстве, с Джеком в одной руке, автор падает с лавки, 4-й у него на спине. Все эти ужасы прошлого, все эти вторые «я», когда-то они вылупляются и входят в свои города. Они не прощают создателей, они ненавидят законы, они пожирают матрицы человеческого тритона.